Члены профсоюза моей задницы. Хотите человеческого обращения? Хотите справедливого отношения? Но для компании вы не люди. Вы оборудование. Как лопата, полувагон, деревянная подпорка. Они используют вас, пока вы не износитесь или не сломаетесь. Или пока обвал сланца не похоронит вас. Тогда они наймут нового работника. Им наплевать, какого цвета их оборудование или откуда оно. Наплевать, сколько угля вы можете загрузить, или как давно ваша семья живет на этой земле. Если вы не держитесь вместе, то для этих людей вы не более чем дерьмо. Думаете, этот человек ваш враг? А? Это рабочий. Любой профсоюз, отвергнувший этого человека, не профсоюз. Это чертов клуб. Они натравливают белых на цветных, местных на приезжих, лощину на лощину. Знаете, в этом мире есть две стороны. Те, кто работают, и те, кто не работают. Вы работаете, они нет. Это все, что вам надо знать о враге.